Вітаю вас у ефірі новини Вітебської області, у студії Артур Смоляков. Урочистий прийом у гонор Дня перемоги пройшов сьогодні у Вітебській облвиконкомі. На його були запрошені ті, хто обороняв радзіму від ворога і хто 70 років тому завоював свободу і незалежність нашої країни. Усі яны – солдаты перамогі, незалежна ад званняў і ўзнагарод, ад таго, кім і дзе працавалі ў мірны час. На долю ваеннага пакалення выпалі цяжкія выпрабаванні. Віцеблянцы Таццяне Забэла было толькі 10, калі яна стала сувязной партызанскага атрада. Але і сёння яна ў дэталях памятае сваю апаленае вайну дзяцінства, даражыць кожным пражытым мірным днём і перамогай. Конечно, победе рады были все. Ей рады все, кто защищал родину. Рады те, кто находился на оккупированной территории. Узники, которые видели издевательства фашизма, и многие перенесли это на себе. Как не радоваться? Это было огромнейшее счастье. Напередодні Дня перемоги Тетяна Олександровна отримала орден пошани, який їй уручив президент Республіки Білорусь. І це так само незабувне ураження на все життя. Чувство огромніше, волнення, звісно, волнення було. І, звісно, все це дуже приємно, але волнительно. 70-годзе Великой перамоги святкуються у Білорусі у год молоді. Менавіта дзеля будучыні, дзеля дзяцей і унукаў змагаліся наші продкі з фашызмам. І сёння маладыя людзі памятаюць аб гераічнай гісторыі сваёй краіны. В преддверии Дня Победы прошли такие проекты Союза молодежи, как агитпоезд «Цветы Великой Победы», «Поезд Победы», «Письмо победителю» и очень многие другие, которые способствуют в первую очередь гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Потому что помнить о героических событиях года Великой Отечественной войны – это долг каждого гражданина Республики Беларусь и в первую очередь молодежи, которая родилась и выросла в суверенной Республике Беларусь. Тепло повиншовал ветерана с надходящим святом старшиня Витебского областного выконавшего комитета Миколай Шарснёв. Хвилиной молчания ушановали присутные память загинувших оборонцев Айчины. Кіраўнік в області паабяцаў, што ўлада зробіць усё магчымае, каб на нашай зямлі добра жылося ўсім, і ветэранам, і іх нашчадкам. Хочу пожелать вам здоровья. Оно вам обязательно нужно. Долголетия. Живите, радуйте нас, хто понимает, хто оценивает, насколько вы для нас важны, насколько вы нам нужны сегодня. Ну і, звісно, перший тост я предлагаю підняти за велику перемогу. За перемогу буде гучати у гэтыя святочныя дні у кожным домі Віцебщини, бо ні у одной сім'ї не обошлося без страт. Любов Дзядзюра, Дмитрий Котаў, новини Віцебск. Старшиня Віцебського облвиконкома Миколай Шарснёв виказав щирі слова подяки удільникам і ветеранам Великої Отечественной войны, які собралися напередодні Дня перемоги у концертній залі Віцебск. Губернатор оцінив важкий уклад вітяблян-визволителів від німецької навали у агульную для усіх перемогу. Для героїв войны ладзився святочний концерт, на яким гучали легендарні пісні воєнних годів. Ни одно поколение не сделало для страны столько, сколько военное поколение, фронтовики, партизаны, труженики тыла. И мы поэтому отмечаем День Победы не только как день памяти павших, но и как день благодарности всем участникам Великой Отечественной войны, как напоминание о собственном достоинстве, мужестве и чести. Мы не должны это забыть. И надо, чтобы наше поколение из поколения передавали память о победе. Это важно очень. И мы надеемся, ветераны, что так и будет, что наша победа войдет в историю и будет в веках. Напередодні 9 мая відбувся мітинг ля меморіального комплексу на Успенській горці у Вітебську. У мероприємстві прийняли удзел ветерани, представники виконавчої влади, громадських організацій, молоді, працівних колективів і профсоюзні активісти. Тут на воїнських могілках поховані 16 совєтських воїнів, у тим ліку 3 герої Совєтського Союзу, які загинули у Велику Айчинну війну. У год 70-годзя перемоги профсоюзної організації Вітебщини собрали сродки і провели реконструкцію меморіального комплексу. За профсоюзні гроші зроблений ремонт над могиллю з іменами відновлені огороджі. Профсоюзи провели огромную роботу і по збору средств, і по
реконструкции, в первую очередь, этого данного мемориального комплекса. На сегодняшний день работы завершены. Второй комплекс работ будет произведен с учетом того, что данный мемориальный комплекс имеет культурно-историческое значение. И воины, которые вот мы видим сейчас, так, они, конечно, требуют реконструкции. Поэтому солдаты эти будут отлиты, и мы в течение летнего периода эти работы с помощью города Витебска завершим. И, в принципе, этот мемориальный комплекс на постоянном будет шествии и контроле профсоюзов Витебщины. Бясплатна і з комфортом помыць свой автомобіль з завтрашняга дня і на працягу тыдня змогуць ветэраны і ўдзельнікі Вялікай айчыннай вайны на новай аўтамыйцы ў Віцебску. Урачыстае адкрыццё першай чаргі цэнтра па тэхнічным абслугоўванні аўтамабіля ў Віцебску, што па вуліцы Ленінградская 88, прысвяцілі да 70-годдзя Вялікай перамогі. Новую аўтамыйку ў Віцебску лёгка знайсці, месца пазнавальнае. Такі неабходны кіроўцам аб'ект размясціўся паміж двума чыгуначнымі мастамі на вуліцы Ленінградскай, насупраць аўтазапраўкі. Дзякуючы таварыству з абмежаванай адказнасцю «Медыя Арт Груп», якое выйграла тэндэр на пабудову, на месцы былой пустэчы з'явілася сучасная мадэрнізаваная аўтамыйка. Першая чарга цэнтра па тэхнічным абслугоўванні аўтамабіля ў Віцебску. От лица городского исполнительного комитета хочу выразить благодарность инвестору, благодарность обществу с ограниченной ответственностью «Медиа Арт Групп» за то, что пришли в город, за то, что построили объект. Приглашаем еще строить объекты, компанию. В добрый путь. «Медиа Арт Групп» выражает сердечную благодарность руководителям города, области за предоставленную возможность построить такой объект для города. Мы говорим большое спасибо за понимание, за поддержку. Было очень непросто, но дорогу осилит идущий. У боксах новой аўтамыйкі суперпрофесіяналы адначасова могуць вымыць да бляску адразу 10 машын, прычым 4 боксы маюць магчымасці прыняць і грузавыя мікрааўтобусы. За суткі мыйка можа асвяжыць да 300 аўтатранспартных сродкаў. І якасць паслуг выдатная, гарантыя таму майстэрства рабочых і мноства сучаснай тэхнікі. Прыемным сюрпрызам для вадзіцеляў стануць камфортныя ўмовы, якія стварае цэнтр па тэхнічным абслугоўванні аўтамабілю. Пакуль машыне наводзяць марафет, іх уладальнікі могуць бавіць час у пакоі для адпачынку, паглядзець тэлевізар, выпіць кубак гарбаты цікавы. Дарэчы, месцы для адпачынку, а таксама душавыя прадугледжаны для персаналу. У ліку першых прыгнаў свой аўтамабіль на новую аўтамыйку вадзіцель Сяргій. Якасцю абслугоўвання застаўся задаволены. Живу в этом районе. Раньше ездил мыться в город. Сейчас удобно. Построили прекрасную мойку. Все очень качественно. Як першага кліента Сяргія абслужылі бясплатна, і сюрпрызы на гэтым не скончаны. Для сваіх кліентаў адміністрацыя цэнтра па тэхнічным абслугоўванні аўтамабіляў прадугледзела яшчэ бонусы і разнастайныя скідкі. А з 9 мая на працягу тыдня на новай аўтамыйцы бясплатна абслужаць ветэранаў і ўдзельнікаў Вялікай айчыннай вайны. У іх гонар падчас урачыстага адкрыцця былі запушчаны 70 белых шароў у знак удзячнасці за мір. Объект в первую очередь сдана. Самое приятное, и мы счастливы, что мы это посвящаем самому великому празднику нашего народа – 70-летию Великой Победы. Поэтому ждем всех горожан, гостей города, чтобы приезжали, мыли машины, чтобы наш красивый город ездил на чистых, лучезарных машинах, дарил городу свет. Добрый час и с Богом! З новай аўтамыйкай падарункі ад кампаніі «Медыя Арт Груп» для жыхароў і гасцей горада толькі пачынаюцца. Хутка тут запрацуе магазін, у перспектыве забаўляльны комплекс, станцыя тэхабслугоўвання. Запланавана адзіная сістэма скідак, якая зберажэ грошы і час кліентаў. Наталя Байнаровіч, Леонід Табола, навіны Віцебск. Ва ўзмоцненым рэжыме будзе працаваць віцебская міліцыя падчас мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю Вялікай перамогі. Чакаецца, што толькі ў святочным парадзе і тэатралізаваным шэсці на плошчы перамогі ў Віцебску прымуць удзел каля 20 тысяч чалавек. Для іх бяспекі праваахоўнікі будуць прымаць асаблівыя меры. Прайсці на тэрыторыю правядзення мерапрыемстваў, а гэта плошча перамогі, вуліцы Леніна і Калініна можна будзе праз 8 пунктаў пропуску. Яны размесцяцца перад усімі ўваход
сходами у подземный переход сбоку ресторана «Журавинка» на Московском проспекте, от гандлевого центра Беларуси и средней школы номер 2 на улице Белобородова, а так само на улице Калинина в районе Аллеи Славы, на улице Ленина, каля библиотеки имя Ленина и центрального ЗАГСа, сбоку кафе «Соника» и галопа «Штампта». Во всех этих пунктах пропуску будет проводиться особистый огляд громадян и их речи, у тым лику с допомогой специальных техничных сродков. В связи с принимаемыми мерами безопасности в местах проведения праздничных мероприятий категорически запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, а также имитаторы и муляжи данных предметов. Приносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной таре, в тетрапакетах и пластиковых бутылках темного цвета, за исключением прохладительных напитков, в прозрачных пластиковых бутылках емкостью не более 0,5 литра. Находиться в месте проведения мероприятий в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Иметь при себе либо использовать пиротехнические изделия. Пользоваться флагами, вымпелами, а также эмблемами, символами, плакатами и транспарантами, за исключением государственных символов и атрибутики, разработанных для этих целей Витебским облсполкомом и Витебским горисполкомом. Акрамя того, 9 мая будет обмежаваны рух особистого и громадского транспорта проз площу Перамоги и прилеглые улицы. Будет закрыто движение по улице Ленина от площади Свобода до Московского проспекта. Период времени с 8.30 часов утра до 11 или по окончанию мероприятия. Также будут ограничены движения по улице Калинина, Богдана Хмельницкого и Жесткова. Не будут работать две остановки автобусных транспортных средств в районе бывших спортоваров и также трамвайные остановки 3 непосредственно на площади Победы. Дзяржаўтаінспекцыя прапануе аўтааматарам скарэктаваць свае маршруты з улікам гэтых абмежаванняў. Усе нязручнасці часовыя і трэба аднесціся да іх з разуменнем. І ўпершыню на тэлеканале «Віцебск» урачысты мітынг і шэсці, якія адбудуцца 9 мая ў абласным цэнтры, можна будзе глядзець у рэжыме рэальнага часу. Перасоўная тэлевізійная станцыя тэлерадыёкампаніі «Віцебск» будзе весці прамую трансляцыю святочнага мерапрыемства, якую можна будзе ўбачыць не толькі на экранах на плошчах Свабоды і Перамогі, а і ва ўласным эфіры. «Віцебск» – першы і пакуль адзіны абласны цэнтр, які мае свой рэгіянальны тэлевізійны канал. І нашы тэхнічныя магчымасці дазваляюць у режиме реального часу показать действие, которое отбудется на площади Перамоги. Митинг у складания кветок и вянков до монумента воину-вызволителю и театрализованное шествие глядите 9 мая у 10 годин раницы на телеканале «Витебск». И как нам только что стало вядома, витебские мытники затримали на белорусско-латвийской мяжи боевый танк Т-34. Его перевозили у грузовым автомобилем. И хоть водитель предъявил все сопроводительные документы, супрацовники мытни разом со специалистами Министерства обороны признали Т-34 продукцией военного призначения. Танк 1945 года выпуску оценен у 636 миллионов рублей. И он затриманный. Мытня начала администрация. Процесс. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. Сустракайте каждую раницу с приемным сюрпризом от партнера прогноза надворья компании «Макдональдс». Доброе утро, Витебск! С 1 по 10 мая «Макдональдс» угощает всех ароматным кофе совершенно бесплатно с 6 до 10 утра. Подробности на «McDonald's.by/Vitebsk». «Макдональдс. Когда утро начинается с подарка». Синоптики поведомляют, завтра по области будет облачно с прояснениями, первоважно без опадков. Раница в особных районах туман, ветер полночно-заходний 3-8 метров за секунду. Температура по ветра ночью плюс 2-7, местами заморозки до минус 3. Температура по ветра днем 15-20 градусов со знаком плюс. У Витебску без истотных опадков, температура ночью 5-7 тепла, днем 15-17 градусов со знаком плюс.